Заходи. Угадай, что я купил. Is that Supra? Долбоёб. Я думаю, мой скетчик стоит отдельного твоего лайка и обязательно подписки. Привет, мой друг. Как твои дела? Это Дава Дым, и ты смотришь сегодня новый выпуск. Что будет в этом выпуске? В этом выпуске мы выберем победителя, который выиграл бокс и мерч от компании «Северный». И, конечно же, мы с тобой заценим новый вкус Дарксайда, лимитированный Dark Supra, который выпущен в честь победы в РДСе. Вроде последний этап был в Сочи, да? Так что ребята молодцы, что залезли в дрифт. А что у нас здесь есть? У нас здесь, в принципе, есть пачка. Одну пачку я уже скурил. Давайте пакет вот сюда поставлю, пускай маячит там. Пачку я уже скурил, поэтому я могу тебе, братишка, 100% сказать за этот продукт. Что из себя представляет вкус Dark Supra? Изначально, как заявляет производитель, это зелененький чай сенча с нотками жасмина. Вроде бы, что может быть лучше, чем чай сенча с жасмином? Почему именно такой вкус? Потому что чай сенча — это японский чай, а как мы знаем, Supra тоже вроде как японская. Да, я знаю, что она японская, потому что это Toyota, бля, это японцы делают вещи. Но делает ли Darkside вещи, мы сейчас разберемся. Такой же примерно у нас вкус был под названием Гол, который был в честь чемпионата мира, который проходил в России. Гол многим понравился, многим зашел, но его многим не хватило. То же самое будет и с Супрой. Рано или поздно она исчезнет, и где-нибудь кто-нибудь в историях скажет: «Да, ребятки, я нашел Dark Supra, ебать, покупайте». Я эту пачку оставлю, пускай лежит у меня. А у меня то, что лежит, может лежать очень долго. Давайте потихонечку разбираться про этот вкус. Как я уже и говорил, производитель заявляет, что это зеленый чай сенча с жасмином. Но у меня, конечно же, другое мнение по этому поводу. Так, ребятки, важная новость. То есть для меня сейчас очень важно. Это не касается Дарксайда и прочего. Смотрите, как вам удобнее смотреть обзор. Когда во время курения я делаю вот так и продолжаю дальше тараторить, либо когда вы полностью наблюдаете весь процесс от затягивания до выдыхания. Поэтому напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. А мы давайте все-таки вернемся к нашему главному виновнику данного видео. Это Dark Supra. Is that Supra? Нет. Это, к сожалению, не суп. Как я и говорил, я уже достаточно прокурил этот вкус и могу вам конкретно сказать, что, в принципе, это не чай сенча с жасмином, да, зеленый. Это просто жасмин с чаем. Это вкус жасмина и, грубо говоря, Red Tea. Получили чай сенча с жасмином. Реально, вкус молочный, не спорю. В принципе, есть какие-то нотки. А кто помнит, Чабака, у них был вкус молочный улун. Примерно вот это, но не дотягивает. Жасмин преобладает просто колоссально. То есть ты куришь, и ты понимаешь, что куришь ты сплошной жасминчик. Но при этом вкус довольно-таки интересный. Потому что вот эта задняя нотка, где-то там, она очень хорошо отыгрывает именно зеленый чай. А потом уже начинает тебе бить по горлу жасмин. Если ты не фанат жасмина и надеешься, что в этом вкусе жасмин будет на заднем фоне, а больше преобладать зеленый чай, я тебя расстрою. Это не так. Тут все совсем наоборот. Кто же победил? А победил у нас вот этот вот комментарий. Друг мой, напиши обязательно мне в любую социальную сеть. Мы с тобой спишемся, проверим, что этот комментарий точно твой, и ты получишь свой бокс от компании «Северный» с мерчом. Курить можно, на самом деле, да. Так как это лимитированный вкус, его нужно курить, им нужно накуриться, потому что его, возможно, не будет, и мы также будем орать, как когда-то орали «Верните гол»,
сделаете гол масс-маркетом. Мы также будем, наверное, скорее всего, орать и на Dark Supra. Сделайте Dark Supra масс-маркетом. Мы хотим ее курить, потому что она, ну, прикольная. Но все же меня немного это расстроило в том, что я ждал реально приятный, хороший зеленый чай Сенча. Ладно, не буду долго занимать ваше мнение. Давайте просто скажу вкратце, что из себя представляет этот вкус, потому что, ну, много о нем не скажешь. Это просто вкус. Это не линейка. Это не какой-то новый продукт. Это Dark Side с лимитированным вкусом Dark Supra. Что же у нас по итогам? По итогам у нас просто Red Tea и жасмин. Все, на этом все. Вкус прикольный. Да, то, что это можно и миксануть самому, но факт того, что это лимитка, ее нужно попробовать. И туда приложил руку сам Бычков. Поэтому всем пока-пока. Это был Дава Дым и вкус Dark Supra. Победитель, я тебя жду.